Ну чё, трахеры, мобилизуемся? Мактрахеры. Помните этот фильм, блядь, «Крутые перцы», что ли, он назывался, про Мактрахера? Краун Локи, спасибо за 29 месяцев. От души. А чё, 6 минут уже, чё, донатим, ребят, видосики заказываем. Чё вы ждете? Вы ждете, когда я приду? Вы что думаете, если вы закинете видосик до тех пор, пока я не подойду, вы не... как это сказать... Я не скажу спасибо или что? У кого какие истории с мобилизацией, парни? На улицу вообще выходите, как себя чувствуете? Нашивочки покупаете? Нашивочки с масюнечкой, с лисичечкой, с курочкой, с масюнечкой рыженькой. Я в УЗИ учусь, мне похуй. А что, повестку не пришлют, хочешь сказать? Корона! Корона, блядь, в 2022 году. А чё тебе готовится к ДР? Чё тебе к нему готовится? Играл в Ультра Килл? Играл в Ультра Килл, да. Ну, когда он был, короче, в предрелизной стадии, там только один эпизод был. Я вот его прошел, мне что-то не понравилось, нифига. Я... Ну, типа, он у меня есть в Стиме. Там какой-то, по-моему, апдейт вышел, но я не собираюсь в это играть, вообще нет настроения. Не знаю, что всех это так ультракилл пропёр, он какой-то очень перегруженный. И интерфейс какой-то, блядь, перегруженный, и музыка какая-то перегруженная, и геймплей какой-то перегруженный. Вообще что-то не зашло, не знаю. Лучше в Doom еще перепройду. Тебя мобилизовали? Да. Сижу сейчас на Украине в бункере, в окопе. Стримлю из окопа. Спасибо, Нерфейс, за 300 рублей. А чё видосик не заказал? 100. Выше новые серии веб-сериала «Не обнимай, мне страшно». Ну, если закажете, то можем посмотреть. У моих двух друганов через месяц дембель. Их, походу, мобилизуют. Блин, у меня вот есть один друган. Ну, вернее, можно сказать, был я, потому что все никак не могу с ним выйти, блядь, на связь. И этот друган... Короче, он отслуживший. Он именно отслуживший, блядь. И вот мне хотелось бы узнать... Он причем так на службу попал очень так рандомно, очень тупо. Очень неожиданно. И хотелось бы узнать... Как его коснется мобилизация? Потому что в первую очередь же, насколько я знаю, будут служивших собирать. Такие, бля, пироги. Где-то уже можно в интернете посмотреть списки, кто там это самое, на очередь в зачисление. И так далее, и так далее. Заказывайте видосики, парни. Не расслабляемся. Мобилизация мобилизацией. Трахи трахами. Но надо посмотреть перед трахами немножечко видосиков, чтобы стрим был чуть подлиннее. Мобикный трах, может, мобильный? Миллион просмотров, можно ли это смотреть? Родман, спасибо за евро. А, у меня жвачка, кстати, есть, я совсем забыл, надо ее взять. Стрим игры одной. Какой? Мобилизация частичная. До простых не скоро дойдет. Хуйня, лапшу на уши вешают. Где один, там и два. Так что... Очень скоро она дойдет до дефолтных людей. Трахантер? А, она еще выйти должна. Ее буду я делать. Мобилизация, что, телефоны будут раздавать? Да, и гигачат сидит. Масюнизация. Салона забрали, он не служивший. Ну, блин, у него НВ есть военник. А, подожди. Салон, насколько я помню, военник по дурке.
вроде бы. Хотя при всем при этом он работал на госслужбе, причем очень долго. Настолько в госслужбе, что даже при погонах, блядь, ходил. Вот в чем дело. Вроде не призвали. Психов же тоже берут. Да я ебу, что ли? Ну, если меня тормознут менты, вдруг, типа, скажут, хотим вручить поездку, я, короче, либо, как Константин Крестов, упаду на пол, начну обмазываться калом, или скажу, пожалуйста, не надо, мамочка трогала мою писю. И меня отпустят. Вот это будет круто. Донатим, ребят. После 30 числа ебанут всеобщую и заберут всех, кроме Г и Д категории. Мэдисон сказал. Мне понравилась картинка, типа, запросы в гугле, как сломать руку. И там, типа, после 22 числа сразу такой, типа, подъем. Видел, кстати, в день мобилизации 22 числа. Очень много мусорских тачек, бобиков ехало по улицам. При том, что у нас район такой, типа, ну, достаточно в жопе, далеко от центра. Очень много мусоров каталось. Я так понимаю, это с митингами было связано. Но власти, как и прежде, говорят, что никаких митингов нет и не проводится. Есть инфа, что Мэтт из России уехал. Да уехал и уехал, как бы. Хотя он вроде говорил, что у него денег нет. И куда он, интересно, свинтил? Что за трах сегодня будет? Сегодня трах называется Hailvolt Loophole. Какая-то страшнейшая игра, прям мне ее посоветовали. И также, ну, чувак накидал целую-целую кучу трахов на Itch.io. Реально криповых. Поэтому во всем мы с ним поиграем. Есть, кстати, талософобный подводный трах, который тоже можно будет поиграть. Бля, подводные трахи — это самая, блядь, моя большая слабость. Называется игра The Bends. Ну, давайте сначала посмотрим видосики. Заказываем видосики. Да, у Мэдисона нет денег. Но он как-то раскрывал свои доходы и рассказывал, почему он так живет. Так что... Типа, то, что он стример, не знаю. А хотя, блин, в принципе, он вас-то ты шачил. После вас-то, блядь, очень много бабла будет. Шкаф по яйцам ударил. Шкаф чего? Однокурсник покупал на категорию Г, и написано, что нет коленных чашечек. Блядь, это сколько ему лет, интересно? Если он... покупал на категорию Г. Именно покупал. Почавкой в метро. Донатим, ребят. А не легче отслужить? Да вообще, блядь, как делать нехуй, ёпта, блядь. Ставь лайк, если, блядь, готов. Блядь, я, кстати, посмотрел новости, ебать, так много людей за мобилизацию, я в ахуе просто. Видосики, парни, видосики, парни. Не про мобилизацию, а про срочку. Ну, сейчас бы я точно не стал. Сейчас бы я, в принципе, не стал в военкомат ходить, блядь. А так служить, блядь, рот ебать. В новостях естественно... Не! Типа показывали, кто за и кто против. Я же не по телевизору смотрел. Вот одно дело телевизор, другое дело интернет. Да, тут все честно. Тут жмиль. Хуиль. Донатим, ребят, заказываем видосики. Стипендию подняли. О, поздравляю, брат. Поздравляю. Это отличный повод заказать видосик.
Твой трах посмотрим, Ротман. Просто очень маленькая очередь. Прям феноменально маленькая. Только из твоего траха. Поэтому я жду, когда закинут трахов. Да, корейцы. На фоне последних событий, кстати, вспоминается игрушка, нахуй, Homefront. Помните, там такая ебанутая интруха была под Two Steps from Hell. Блять! Я думал, это нахуй Аморфис, блять, этот In the Hiding. Это хуйня какая-то, блядь, для Рэй Мэтсона. Я думал, это, блядь, Аморфис in the Hiding. На это было евро потрачено, чуваки. Заказывайте видосики свои. Оригинал-то не подставили, блядь. Killing the Name. Не знаю, что это за песня. Сейчас. Мне это вот что, блядь, напомнило. Донатим, ребят. Эти берега, то ваша мама, ребята, просил у ребят солдат. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. По-моему, это лучше. Кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, она... Прислали нашивку с кудахничем. Его зовут Курочка. Мама, она я. Папа, она... Чё за лохматый Стас Борецкий? Вы чё, вы не узнаете, блядь, господина? Ебать, молодое поколение. Сыграли солдатам ребята, раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама, анархия. По-моему, это манера. Папа, стакан портвейна. Мама, анархия. Папа, стакан портвейна. Не думал, что доживу до времени, когда люди не будут узнавать Моисея. Что это, паук, блять? Охуеть. Хором еще ничего звучит.
Что судьи скажут? А судьи кто? Даже Пулку вроде понравилось. Блять, комментарии отключены. Жалко. Да, это Моисеев. Только это видео 2014 года. Смысл подписку брать? Нет, с подписку ничего не придет, лучше видосики закадывайте. Ой, блядь. С какого траха начать, с подводного или... Не, я, наверное, начну с этого, блядь, с неподводного. Блядь, опять видео с 3000 просмотров, что-то опасно. Или что-то про дебилизацию. Объект пародии. Так. Сейчас тут писек нету, вроде писек нету. Окей, чекаем. Известный хук. Подводный трах на десерт, согласен. Да. Винозес, это ты заказал? А. Лимироли, 100 рублей. Спасибо. И Лекалюр, спасибо за 20 месяцев. Мама, анархия. Папа, стакан портвейна. Мама, епархия. Europe according to Americans. Блять, вы что, даже у меня политику решили ебануть на канале? Мне показалось, это Spotify логотип. А тут написано Artifix. Give me a hint. It's red, white, and blue. Well, America, goddammit! What do you think this is America? Hell yeah, brother. Red, white, and blue, that's all you have to say. Are you joking? Does it look like I'm fucking joking? What do you think this is? IKEA. Такая существует? Why do you think this is IKEA? Осуждаю. Name three countries outside of America? Yeah, easily. Go for it. Okay, okay. Czechoslovakia doesn't exist anymore. Germany. France. Альфифа башня очень красивая. What continent do you think France is in? Oh, Paris. It's actually Paris. No way. Bro, I'm so smart. What continent is England in? Australia, maybe? And where is North Korea? I know, this is Africa. Is it somewhere up here? Ooh, that's Europe. Да ладно, если бы меня спросили, я бы также отвечал. У меня три по географии, блядь. Америка. Блядь.
Это слабо понял. Пойдут на покупку видео приставки. Вот что это за Пангея, блять? PlayStation 4 для нашего общества. Коробка. Коробочечка. Коробочечечка. Спасибо за 60 рублей. Тьфу, 666 рублей. А чё ж ты видосик-то не заказал, брат? Чё ж ты, братик, не закинул нам видосик? Спасибо, спасибо, спасибо. От души. Карта Геншина. Кстати, по поводу Пангеи. На днях в Human Revolution поиграл с таким удовольствием. Думаю, перепройти, что ли. Было бы время, плюс было бы желание. Так. Hellbolt Loophole трах называется. Подводный трах оставим на десерт. Ну там еще, кстати, помимо него какой-то Солис с какими-то коридорами. They grew lungs and drowned. Тоже какой-то трах. In the mountains. Блять, вот этот подводный трах, который называется The Bends, он очень впечатляюще выглядит, как будто я прям реально не смогу это дерьмо высидеть, блять. Это реально выглядит, как, блядь, дипфайтер какой-то ебаный. Hellvolt Loophole. A game by Jan Malicek. Поляк какой-то, наверное. Поляк с континента Франция. Так, нормальный звук? Не громко? Я посмотрел скриншоты, игра выглядит реально страшно. Прям трахно. Сейчас подойду, гайз, пару минут. Ставь Сильверхенд, если поляк. А что Сильверхенд не пропечатался? Перестали делать польские шутеры. Слушай, а сколько польских шутеров ты можешь насчитать вообще за все время, вот кроме обзоров Мэдисона? Реально, судя по обзорам Мэдисона, их штуки 4 и все. А, Get Even, кстати, это польская разве игра? Это хоррор, по-моему. Так-то да, так-то да. Сейчас, секунду.
Си-стайлер 133 рубля 70 копеек. А чё не 1337 рублей? Роза Эми и загадочный камень Седикс Вс и Эндук. Что? По лесу одна, совсем одна. Что это было? Я видел. Но я не все увидел через деревья. Поэтому можешь еще. Подожди, это же тот же чувак, который делал видео про Спанч Боб в переводе Гоблина, наверное, да? Раз подпрыгнуть. Теперь я понял, что имелось в виду под словом «роза». Вы сами это видели. Я тоже хочу на это посмотреть. Нет! Шрифт Импакт. Эй, Пижон, это дурацкая на... Я на днях видел потрясающую наш. Должен попробовать ее, парень, ты не разочаруешься. Ура, наркотики! Около Твинкл Парка был найден загадочный камень. Камень! О, я должен найти его. Спустя 6 часов. Я же сказал, Спанч Боб. Ура, я нашел тебя. Зи, может, это используем? Правда, я в этом не уверен, в этом. Что? От волнения в словах путаюсь. Ладно, я все равно попробую. Спасибо за видео, Свиндука, блять. Давай, малявка, время потанцевать. Данное видео никоим образом не пропагандирует употребление наркотических веществ. Пухленькая котенька. Заказано 2 минуты. Тут, впрочем, 3 можем полностью посмотреть. Господи! Вот это торкнуло! Я лечу! Я лечу! Я правда лечу! Жопкин? Зи, я получил письмо от друзей. Супер! Заценил твою розочку. Как же вы достали, господи! Да ну нафиг! Он еще не утонул, он просто болтается там. Так он вообще? Почему у меня промокли штаны? Как я сюда попал? Блядь! Мне это снится? Помогите! У моего бати был Dreamcast, у бати? Ква! Господи, наконец-то он меня переварил! Наркоманище! Это Джефферсон Аэроплан играет? Хочешь ты из меня сделать такого же, как он? У кота воркота в колыбельке наркота, блин. Эй, а это еще чё? Нет. Нет! 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 Вперед, мой фоторобот! Нужно больше панцушотов! Не в этот раз! Кругом одни извращенцы! Я ухожу в монастырь! Я никогда ничего не боялся в жизни. Что-нибудь или кто-нибудь сможет напугать меня? Ну, я могу попробовать, но не обещаю. Так-так-так. Шидза наколсы, блять, угандийские. Не бойся, со мной ты в безопасности. Уж надеюсь. Что такое? О нет, это же... Сентакливый монстр! Убери свои щупальца! Жабкин? Блять. Чё вот нахуй, на что 130 рублей было потратить? Но тем не менее, 130 рублей это 130 рублей. Окей, let's go. Так, guided mod, the game lets you know when you've missed something. This is recommended exploration mode. No hand holding here. You'll have to do some exploring. Какой мод выберем? Подсказки по поиску или без них? Типа, если от этого сложность игры не меняется, сложность боев и так далее, наверное, лучше тогда первый выбрать, гайдед. Потому что без подсказок, наверное, душно будет. Без подсказок мы будем 3 часа, наверное, играть. Я, да, как бы, если бы это был экшен какой-нибудь, я бы, наверное, я бы просто высокую сложность поставил. Вот тут, если сложность не меняется никак, то что, наверное, гайдет играть. Я просто не знаю, будут ли бои вообще или нет. Я бы лучше гайдет взял. Типа там, искать что-то. Давайте гайдет, ладно. Я в Silentio, когда второй играю, всегда я ставлю, типа, сложность игры сложная, а сложность головоломок легкую, блядь.
Давайте тут тоже так поступим, guided mode. Блин, или с другой стороны, ну я не знаю, типа это, наверное, без стрима. Типа я про геймер, можно exploration поставить. Ну, бля, это будет скучно, вам смотреть будет неинтересно. Давайте guided. Доктор Рэндальф. Итак, хочу сказать еще одну вещь. Помните, что это начало новой эры. Новая эра медицинских исследований начинается прямо здесь, в Хейлвайлд Клиникум. И это мое золотое правило. Правило, которому вы должны следовать все так же. Никто не умер... умирает в Хейлвайлде. Чё? Вы должны всегда... выложиться по полной. Никто не умирает в Хейлвальде. Стоит играть на самом сложном, да играй. А, драться ты не будешь, ну тогда вообще похуй. Вот это клиника, да? Ну какой графон крутой. Так, может, сенсу поменьше? Тут столько сенсивити поставлю. Прям минимальная и все равно очень высокая. Блин, ну если бы тут приходилось убегать, было бы круто. Подожди, это рогалик, что ли, блять? Неужели рогаличек? Капилом, блядь. Просто куча коробок. Прыгать нельзя. Интересно, что они здесь хранят. Ой, здрасте. Что вы здесь делаете? Это запрещенная территория, особенно для таких, как вы. Все в порядке? Выглядите таким бледным. И потеете, как свинья. Знаете что, пройдите в мой офис. Посмотрим, что я могу для вас сделать. Простите, я не хотел вам навредить. Просто следуйте за мной в офис. Все будет в порядке. А если убежать, попробуйте. А! Ебать, он мне успокоительное въебал. Доктор Рэндальф был обеспокоен вашим поведением. Вы выглядели как параноик и пытались избежать его помощи. Он, кстати, будет содержать вас в тюрьме. Что? Что? Охуеть, тут что? Чуть за Unreal 98. А если бы я в офис за ним пошел, интересно, что было бы? Хейлвальд Клиникум прощается с каким-то Фредериком. Блять, а почему я сам не могу почитать? Я не успеваю. Я понял, о чем там, про кого-то, блять, шефа, который умер. Шефа. Агузок. А почитать мне не дали. Пиздец. Даров. Только закончил смотреть Киберпанк, а тут ты трахи стремишь. А нах ты начинал вообще смотреть это анимешное дерьмо, брат? Спасибо за 150 рублей, Ивона Брэд. Ивона Брат. Но нахуй смотреть Киберкал. Хм.
стекла такие, типа, рифленые. А, я типа убегаю из этой тюряги. Тут же нет выхода. Блять, что происходит? Дэвид Линч вошел в чат опять? Офис Рэндалфа. А! Я типа могу порталиться в этом месте. Да в Киберпанке всегда был говно сюжет. Нихера себе. Блин, пока мне нравится, пока вроде прикольная игра. Давайте попробуем за ним пройти. Пойдем. Я понял. Микеланджело? Заблюренный. Where are you going? А! Да на этим, ребят. На ресепшене кто-то есть? Вот мы и здесь. Пожалуйста, не садитесь на стул. Давайте быстро закончим. Вы как будто бы заблудились. Что такое, Фрэнк? Я никогда не видел вас раньше на этом станции. Есть только одна вещь, которую я мог бы для вас сделать. Я вырву ваши кишки. Идет, блядь. Идет, блядь. Я съебнул? То есть я так понял, за каждый факап тебя отправляют в тюрьму. И ты должен переигрывать локацию за локацией. Типа. Ёб твою мать. Так, а тут инвентарь есть вообще в этой игре? Инвентарь. Подождите-ка. У меня какое-то ограниченное количество жизней, что ли, или что? Или я всегда ресурсуюсь в этой теме? Надо попробовать еще раз добежать до этого. Может сразу бежать от него? Я так понял, герой будет бегать бесконечно. Так, ну как-то эту дверь, она, наверное, отпирается. Как-то, наверное, тут будет какие-нибудь ключи или отмычка. Ну, озвучка страховая, пиздец. Интересно, надо бежать до лифта, возможно ли? Where are you going? Блять!
что, ему похуй, типа? У доктора Рэндольфа есть ассистент. А, понял. Бля, тут надо стелси, пиздец. Дед, а что с этим делать? Блин, и в чем, кстати, гайд от прохождения? Я никакого вообще гайда не вижу. Не, окей, это скрипт. Я думал, может, не скрипт, может, типа, надо, как знаешь, там со второго раза получится. Ну не, судя по всему, прям скрипт. Так, тогда вопрос. Бля, я так не хочу убегать от монстра, это пиздец всегда. Блять, убегать от монстров — это всегда мой, так сказать. Как называется, блять? Ахиллесова пята, блять. Подсказка нужна, да я не против. Ну, типа, я так понимаю, мне просто нужно какое-то другое направление. Бля, опять тут надо бегать, сука, от страшного монстра, от врача, блядь. Почему так стрёмно? Причём... вся речь у него дефолтного, а where are you going? Блин, а куда бежать от него, интересно? Тебе раздали мобильник? Не, ждем 30-го. Будет пиздец сейчас. Unused syringe. И что с этим делать? Блять, а тут есть это контроль, какая кнопка? Может, его спину можно уебать? Где-то мразь. Блять. Где он? Так. Патрулируй, но не заходи внутрь. Блять. Зеленая ключ-карта. Отлично. И что с этим делать?
Бля, пока отличный трах. Конфиденциальные документы. Похоже, в большинстве своем мусор. Из того, что я могу рассказать. Так, ну раз он убить, я могу уже теперь, наверное, сюда прийти, на выход. А чем мне грин-карта? Шиш, фуфутютюр, и как получить грин-карту? Бля, если будет много скримаков, это пиздец. Сука, меня наебали. Сказали вначале, что в этой игре нельзя умереть. Я аж обрадовался. Оказывается, нет, тут нихуя. Тут также надо убегать и прочее. Полная жопа. Инопланетянин, миссия полная жопа. While scourging through the office, Sturgeon discovers some leftover anesthetics. You don't care if they expired. All you want is to get rid of Dr. Randolph and whatever sick treatment he was in mind of you. This you managed to escape. Так, ну вот. Вы нашли какие-то анестетики и убежали от доктора Рэндольфа. Донатим, ребят. Ну да, временная петля. Сикборд. Бля, а сейчас будет что-то реально страшное. Сейчас будет что-то реально трахное, походу. Бля, это, по-моему, это страшнее, чем Outlast, блядь. Блять, а тут есть инвентарь? У меня потому что грин-карта, я не могу посмотреть инвентарь свой. Игра длинная вообще или как? Выглядит дружелюбно. Не хочу здесь оставаться. Ну, гостеприимно, не хочу здесь оставаться надолго. Что-то интересное. Звучит нездоровым. Они, наверное, под каким-то веществом. Под седативом. Мне кажется, этот уебан рано или поздно вскочит и мне за спину, блядь, прыгнет. Блядь, скримеры, вся игра из скримеров опять. Где доктор? Так я ж убил его. Звучит, как будто этим пациентам очень нужна помощь. О! Ломик. Что это? Кстати, в первой локе такая же была. Выглядит как затычка. И приклеена на стену. Что происходит? Блин, да даже круче, чем Paratopical. Пока что. Хотя по стилю Paratopical вообще топ был. Paratopical. Или Paratropical, или Paratopic она называлась, я забыл. А что будет, если она поймает меня? Гидельтраут takes good care of her patients. At least she likes to say so. Гидельтраут, это, наверное, немецкая фамилия какая-то. Хорошо заботиться о пациентах. По крайней мере, она так говорит. Но увидев, как вы бегаете вокруг ее варда, по ее территории... С опасной монтировкой было слишком жестко. Она провела терапию электрическим шоком. Так, может в таком случае не брать монтировку?
Ёб твою мать! Ёб твою мать! Блять, очень криповые монстры. Пиздец, если бы моя игра, которую я делаю, была бы такая же, это был бы ахуй. Вот прям по всем фронтам, как это. Блять, я этой игре класс поставлю. Я думал, я побегаю, блять, и рефанд. Ну не, нихуя, вообще игра топ. Пока что вообще полный топ, блять. Почему? А что делать? Вартунг. Я вообще ничего подобрать не могу. Стена, почему здесь невидимая стенка? Зеп монтировку, но попробовать не попасться. Ну, наверное, так, а может, я бы не хотел просто бегать от траха, я бы лучше не брал монтировку изначально. Понимаю. Как Вартунг переводится? А, это по-немецки типа? Воруй унитаз. Я Хелена Михай, у меня 9 детей, за унитаз убить готова. Сейчас погодьте, гайс. О. Бля, сейчас наверняка скримак будет. Должен был быть уже, какого хуя? Кримак? Может, я что-то упустил? Может, перезагрузиться? Может, это баг? Присядь. Континуя. Электрошок Варда. А может так и задумано, типа, что я должен был в Сиквард пройти, а потом электрошок Вард? Вокруг стола от траха бегать. Умеем, любим, практикуем. Игра называется... Напишите название, что-то там, Loophole. Я жвачку жую. Хейлвард Лупхо... А, вот. Пятна крови, блядь, какие-то. Блядь, я так понял, в каждом уровне я буду убегать от одной мрази какой-то страховой. Ничего не понимаю. Пройди Сигвард. Ну, блядь, как-то странно, что игра тебе, типа, на мета-уровне предлагает играть из меню. Я знаю, конечно, что есть такие игры, как Доки-Доки, но... Ключище ищу. Я ищу ключ, а где он есть-то? Вот я в гайдед-моде нахожусь, а ключа нет.
Дверки эти не шлепаются. Эта хуйня не двигается. Ну хорошо. Сигварда. Хейлвард клиникум. Мы типа в Германии находимся? Бля, тут же куча запертых дверей навсегда. И, то есть ты, наверное, можешь в старые локации возвращаться и отпирать их ключом. Ну, давайте посмотрим. Давайте подумаем, если я не буду брать монтировку, да? Может, эта тетка на меня и не нападет? Есть ли на это хоть какой-то шанс? Простите мне немножко хуёво. Этот ёбаный говнюк покалечил меня. Подайте мне, вы можете мне помочь. Охуеть у него, наверное, блядь, где-то сиськи накачанные, что он по полу с такой скоростью ползет, блядь. Вы, наверное, это не уберете. Мне бы стаканчик воды прямо сейчас. А, застрять в сортире это очень трудно. Я не умру в туалете. Помогите мне, или я позову медсестру. Какую-то там. А как мне помочь ему в сральнике? Блять, и весь пол засрал. Так это не говно, это кровь, по-моему. Скиби 2, па! Дензо Фараденза. А что он просит? Перерыв на гальюн временный, он говорит. Requires yellow key card. У меня зеленая. Reception. Пизда уже, забей, да я понял. А может самому... Самому к медсестре зайти. А что там в сральнике? Что, блядь, в сральнике такого произошло? Я, кстати, даже бегать не могу. Никто из пациентов не отвечает. Блять, какая она криповая. Ну давай, убивай меня. Так. Чего? Что произошло, блядь? Кафетерий? Я не прочитал. Я не прочитал. Блядь, что происходит? Сел воды хотел. А, maybe да, может я ему в кафетерии еще воды найду, потом туда спорталюсь и дам ему воды. Или вода на ресепшене должна быть. Ебать, вот эта игра ебанутая, блядь. Это что, Сократ, блядь? О, Deus Ex.
Типа мы всю игру в дурке? Ёб твою мать, блять, это реально трахная игра. Кайка Садес. Бля, кто такой Кайка Садес? Все понял. Пациенты, которые празднуют свой день рождения. Вот их, вот они слева направо. Ульрих и Докху. At the Star Wars Cantina, the weirdest creatures you've ever seen. At the Star Wars Cantina, music and blasters and all Jedi masters at the Star Wars. Похуй, они не реагируют. Ох, как здорово. Все пришли. Присаживайся с нами. Что такое флайшруппе? С тех пор, как ты опоздала, это мой день рождения. Можешь ли ты пролезть в кухню и достать нам этот фрау супер? А. Он предлагает либо, чтобы я сам взял, зашел на кухню и взял рецепт, или подождал. Окей, он попросил меня. So I would like some ground nutmeg, garlic powder and paprika powder. Привет, в этой игре есть Хэри Пусси. Блять, подождите. Не дай ему поймать себя. Это про повара. Так, рецепт, чуваки, записывайте. Ground nutmeg, garlic powder, paprika powder. И бежевый, желтый, красный. Бежевый, желтый, красный. Типа надо пролезть на кухню. Кюхе. Спайс. А, так подождите, так это они... Это не просто бормотание какое-то, они на немецком трындят, походу. Ни одной сковороды или кастрюли. Повар! Так это не повар нихуя! Это чан с говно. Итак, паприка паудер. Розмарин не нужен. Он меня видит вообще? Граунд нутлег. Гарлик паудер. Так все, я все сделал. Что дальше-то делать? Повар! Я все собрал, как мне приготовить? Я взял паприку. А, нет, он уже несет кастрюльку. Что? Что, блять?
А как мне сервировать жрачку? Я должен ее как-то приготовить сам. Так, юхэ. А где готовить, блядь? Как мне нахуй именно сготовить, блядь? Сейчас его размонцую и на кухню пойду. Вот, кюха, ну. Или, в смысле, другая кюха. Ну, а что там было? Блять, огузок. Я не понимаю, блять, а где? На чем готовить-то? Инвентаря нету в игре, мужики. Как провести подачу, блядь? Просто подойди к супу, как те два раза. А, типа я должен был все три в него внести, да? Все нахуй, я понял. Бля, это сложно, кстати, будет, он быстро бегает. Бля, ну да, я же не думал, что все будет так легко. Так, он вылез, перца кинуть. А как кинуть-то, блядь? Он сказал, да, sneak behind. Ну и чё? Не понимаю. Бля, ну подскажите, я не пойму реально. Я подхожу, нажимаю Е, ничего не происходит. Реально ничего не происходит. Уже закинул, походу. А дальше что делать? Попробуй сесть за стол, допробовал. Вернее. Ну, блять, кто там выебывался, я тебе подскажу, подскажу, и в итоге сидит, молчит, нахуй. Я тебя забаню. Сядь на стул. Шеф Сойер был абсолютно разъярен то, что вы нашли, что вы ходили по его кухне. Вы все равно не повар, так что о чем вы думали? Ваша жизнь пролетает перед глазами, как вы видите огромную массу плоти и металла, которая гонится за вами. Из раза в раз.
Где я, блядь? Блядь, ебанутая игра. Перевод речи Рэндальфа, он говорит о светлом будущем в медицинских исследованиях. Он очень хорошо говорит это, да. Надо было сначала на стул сесть. Сначала на стул сесть. То есть дождаться, когда он принесет. Давайте попробуем туда еще раз спорталиться. А, давно проходил? Так это что, старая игра, что ли? Я думал, это новое что-то. Так. Items of Knowledge 2. А почему 2? Просто как побегает, он станется ненадолго. Ну, кстати, имеет смысл. Я хочу попробовать засыпать специи, а потом на стул сесть. Ну, я просто даже не понимаю, я никак не законфирмил, что я их засыпал, блядь. Я даже не законфирмил, что я их засыпал. Ладно, попробую, наверное, еще раз пройти кафетерию. Попробую еще раз пройти кафетерию. Вообще не очень понятно, если честно. Майонезов суп. В детстве я помню, кстати, если сметаны не было, щи с майонезом вообще отлично заходили. Мне кажется, даже щи с майонезом даже вкуснее, чем со сметаной, блядь. Я, может быть, и приду. Перекурить надо.
Давайте думать. Донатим, ребят, к 100. Целых 10 минут. Без контента. Так, значит, надо сначала присесть. Давайте посмотрим. Посмотрим, как он принесет сам. Спади, хочешь курить? Я долго курил, что ли? Я на балкон хожу. Давайте посмотрим, что будет. Опять будет очередной говёный день рождения, как и все остальные, как и все предыдущие. Чучел вниз головой сидит. Четыре тридцать маловато, кстати. Давайте там это пингоните. Experience the flesh super. After hearing so much about Sour's infamous flesh soup, you finally get to taste it. Короче, flesh soup превзошел все ожидания. Это реально самая отвратительная вещь, которую можно было просто приготовить. Вы не могли слишком долго испытывать этот отвратительный вкус и вырубились прямо на месте. Батин суп, да. Блять, новая локация. Блять, да игра вообще проходится от начала до конца. Так, сестра Астрид. Критикует исследование Рэндальфа. Оно точно не закончено, так что и не опубликовано. Но кто-то должен был это найти. Больше не хочу есть суп. Подожди, а что, я прошел локу, что ли, хотите сказать? А, нет, это портал. Это просто портал всего-навсего. Получено достижение кафетерия. Complete all pass in cafeteria. Что значит all pass? Что значит all pass? То есть я выполнил все в кафетерии? Я все выполнил в кафетерии, блядь? Нужно на кухне подойти к челу сзади, когда он остановится. Ага. Ну, мне сказали, что я прошел. Может, еще раз попробовать? Блин, еще раз попробовать, maybe, и заказать ему прямо на кухне? На концовку все равно не влияет. А, ну тогда ладно, тогда срать. Электрошок Варда. Так, мне нужно пройти Сик Вард и Электрошок Варда. И Teams of Knowledge. То есть как будто бы я прошел три локи. Вот Электрошок Вард что-то вообще не продвигается никак. Где скримак обещанный? Бля, неужели реально софтлок какой-то? Что-то, блин, я врубил гайдед мод, вообще никакого гайдед нету. Посмотри, все столы там ключи лежат. Стулья, может быть. 12 стульев.
Все столы я посмотрел, ничего нет нигде. Панит возле стульев, ДХЗ. Это с окна звук. Может, как-то взобраться можно. Чё-то я не чувствую гайдед мод, блять, вообще. Не, тут действительно мог быть ключ, потому что такая графика, блять, но... Типа нихуя. Дай челу воды в стикварде. Окей. А где я найду воды в стикварде, блядь? Добавить специи в суп. Ну так он приносит суп поесть. А специи, наверное, можно взять, когда он поставит суп на стол. Разве нет? Ладно, давайте ищем. А где я воды-то найду, блядь? В стикварде. Вот этому обоцрышу, блядь. Говнюку этому. Так, монтировку не берем. Пока справляюсь, кстати. Наверное, вода на ресепшене будет. Коридор еще надрищет. Ну, будет похоже на то. Подожди, брат, я воды тебе найду. А где эти воды найду, брат? Мне нужно, короче, открыть эту дверь карточкой, а потом выломать ее монтировкой, очевидно, вот эту хуйню. Он уже ее подвал. А теперь она с этой стороны идет, как курочка. Вообще не понимаю. Стакан как-то заранее найти надо. Вопрос, где? Она сюда не может пройти? Ресепшн. Ну-ка, интересно, она меня так догонит? Всем похуй на свою работу. Чего не одна нога, блядь? Ладно, давайте еще раз попробуем. Когда он просит воды. Когда он... А если до того, как он попросил попытаться? А если до того, как он попросил попытаться? На всех тумбочках. Ищем стакан воды. В комнатах слева от туалета. Ага. То есть как бы заранее не получится, да? Чекаю все тумбочки. И ничего нет. Так, монтировку не берем опять. Это потом уже туда надо будет порталиться и искать воду. Вот, как видите, нигде стакана воды нет. Отвести.
До того попытаться... В смысле до того? В смысле до того, блядь? Я имею в виду до того, как появится этот безногий чел. Ну, который ползает. Либо возле студборнера, либо возле кресла-качалки. А где, блядь, кресло-качалка здесь? Какое нахуй кресло-качалка? Вода будет в комнатах слева от туалета. Очень непонятно. Так. Would you mind fetching me one? Otherwise I'll have to carve yours, Heidel Trout. Все, я пошел. А, вот стакан воды, изи. Держи. Give glass of water. If you would excuse me, I've got some important business I'm attend to. Вот он дрестать пошел, так. Диндончик позвонить? Не верю. Чё, в сортир тоже смыться надо или что? Как? Да, как можно было реально столько насрать? Чё, в колокольчик, блядь, диндончик ебанём? Давайте посмотрим, что будет. Медсестра идет как курочка, да? Не, нихуя не поменялось. А что поменялось? Might be off note. Здесь так жалко, так печально. А что, бля, поменялось за то, что я позвонил, кроме музыки? Бери монтировку. А смысл мне брать монтировку, если у меня нету желтого ключа? Умереть теперь надо от нее. Попробуем, только найти бы, где она. Где она есть, блядь? Видимо, брать монтировку. Чтобы сдохнуть. Вон, она уже бегает там. Я прям слышу это. А-а-а! Блять, как же это крипово каждый раз, сука. Идертаут. Так не, вообще ничего не поменялось. Вообще ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Теперь где-то есть ключ-карта. Имеет смысл, кстати.
Может, надо было сохранить этот стакан воды с собой? Так, ладно. Странно. Ну-ка. Чё, скримак? Нет, софтлок. Для какого-то взаимодействия нужна монтировка. Ну, там, очевидно, есть дверь, на которой требуется желтый ключ. И там забито все досочками. Очевидно, что нужно так это сделать. Надо просто где-то поискать желтый ключ. Вопрос, где он? Вообще не понимаю, что мне этот чел... Зачем он мне, на кой он ляд? Блин, я что-то вообще не понимаю. Это guided mod? Вообще никакой не guided mod, блядь. И так, блядь, все чекаешь, чекаешь, типа, и толку. Попробуй тыкнуть на табличку. Вартунга. I think this means maintenance. Предупреждение об электрошоке. Что теперь? Пока. Танцуем. Maintenance key. Ну все, я труп, да? It's the maintenance man. He knows I like orange. Бля, опять скримак ща будет. Yellow geek, а? Что? Блять, она там. Ну ее нахуй. Так, а что дальше? А что дальше, гайз? Умереть, что ли, надо от нее? Очень сомневаюсь. Изначально должен был с ней попиздеть. Ну хорошо, давайте в следующий раз загрузимся и просто попиздим с ней. Ладно, пускай она меня убьет. It's the maintenance man. He knows I like orange. А чё-то... А что? А что поменялось? Она, по-моему, сама теперь шоком бьется. Электрошокер... Электрошокером. Ну? Снова здравствуйте. Я приготовил для вас сессию. Пожалуйста, идите за мной в комнату этого.
мора какая. А я отрубился, соси. Что-то не так с генераторами. Простите, мне нужно идти и проверить. Просто ждите меня здесь. Так. Что только что произошло, блядь? Надо ее найти и проверить. А куда она ушла, блядь? А, окей. Ууу, yellow key card! Бля, я все правильно сделал, значит. Это позволит мне пройти за двери в Сикварде. Отлично. А как она могла там сдохнуть на генераторах? Так, а в ту дверку можно пройти, интересно? Блин, нельзя. Блять, какой классный трах. Ты заспидранил. Ой, блять, я в кафетерию случайно спорталился. Слушайте, а давайте еще раз попробуем, блять, кафетерию пройти. Еще раз пройти кафетерию с человеком-кастрюлей. Она какая-то менее стрессовая. Вот Сикварт пока самая страшная локация по ощущениям. Пока что. Поэтому я бы не стал. Хотя, блять, я же посмотрел все концовки кафетерия. Ладно, окей. Подожди, а где вентиляция, блядь? Пройти уровень без воебонов, а потом другие способы решения находить. Блин, я хочу попробовать. Подождите, а мне где-нибудь на первой локе нужна была зеленая ключ-карта? Блин, классный трах на самом деле, донатим, ребят. Может сперва... А может с ними не надо говорить? Как мне нужно подачу сделать правильную? Gonna be quite surrender though. Ты сделаешь это? Лучший день рождения ever. Окей, значит, мне бы хотелось... Ground, Nutmeg, Rosemary and Pepper. Ground, Nutmeg, Rosemary and Pepper. Ground, Nutmeg, Rosemary and Pepper. Ground, Nutmeg, Rosemary. А Pepper там будет, да, где-то?
Доктор Пеппер. Так, надо к нему сзади подходить. Don't you fucking season me! Все. Я его засезонил. Get out of the kitchen now! Все, я его засезонил. И что? Теперь можно подачу делать. I hope that you've actually seen what you saw. We shall see. Silver should come to serve in any second now. Here's your fucking seat. Enjoy. У него, наверное, яички болят. Или надо было три раза это сделать. Или надо было это сделать три раза. After hearing so much about Infamous. Блять, ну да, реально, надо было все три. Пиздец, надо было все три раза. Пизда, ну я теперь не остановлюсь, блять. Я теперь не остановлюсь, блять. Кодзима Саня, 60 рублей. Чекай два микрокоротких видосика. Блять. Ну давайте попробуем еще раз. Я просто не знаю, зачем, если мне дали уже ачивку, что complete all pass in cafeteria. Ладно, если это на концовку не влияет, похуй. Спасибо за 60 рублей. Два коротких микровидосика, да? Окей. Аллах. Чё, Enchantimals? Инчаллах. Отлично, спасибо. Потрясающе. Так, а второй видосик? It works after getting hurt. Ayo, something traumatic happened, changed my life, check. Это его ребенок вообще? Ничего не хочу сказать. Ayo. Ладно, второй видос был неплох. Слышал, что у Роналду хуй из ботокса. Ну, у Вежелинка тоже. А в офисе умереть от электрошока? А как там умереть от электрошока? Там есть электрошок? Какой, блядь, электрошок в офисе Рэндалла? Рэндальфа. Там не было никакого электрошока. У медсестры умри. А! Давайте попробуем. Давайте попробуем посмотреть вообще, что будет реально. Прикольно, я понял фишку. Бля, она даже впечатление приятной тетки создает с таким голосом. Уже не так страшно. Я должен за ней идти. Ай, блядь. You should not have messed with Nurse Anne. She is usually known for her gay passion and kindness, but she gets to her boundaries. All you had to do was wait for her to return. Was it really too much to ask? Ладно, давайте попробуем еще раз. А, я опять в тюряге? Лол. Тюряга — это типа хаб, лимп.
Не, а кроме ачивки что-то будет, блять, вообще? Минуточку. А. Мне казалось, там айтем валялся. Электрошок Варда. Попробуем на стуле сдохнуть. Что вообще произойдет, если на стуле сдохнуть? Have a seat just for another moment. Так он сказал have a seat, а я не могу сесть. Так, ну и что дальше? И что? Наверное, она не вернется нихуя. Здравствуйте снова. Я готова для... Я подготовила для вас сессию. Пожалуйста, следуйте за мной в комнату чё-то там, Тредмен. В комнату излечения. Сука, как я тут угораю постоянно. Окей, присядем. Так, а если я открою дверь... Ладно, окей. Да не, если это лечение, то может я и не сдохну от этой хуйни. Может я и не сдохну от электрошока. А, нет. Все, что в последний раз вы увидели, это искаженное лицо Анны, улыбающейся, глядящая прямо на вас, как только она запускает вас высоким вольтажом через все тело. Это конец. Вам бы, конечно, хотелось, но, к сожалению, есть нечто большее. Ачивку не дали. Ачивку не дали. Ачивку не дали. Попробую бежать, пока она не начнет кричать. А потом дай поймать. Да в пизду не, я не буду этой залупой заниматься. Уже. Пройдем пока без выкрутасов. Ой, контент. Исследовательская бумага Джозефа Рэндалла. Benefits of surgical removal. Не понимаю, о чем он говорит в этой бумаге. Что-то они там удаляют из людей. Похоже, это какое-то следующее, это что-то прорывное, так сказать. Бля, опять локт. Опять локт. То есть тут можно бумажки собирать. Так. Окей, в Сигварде, значит, сейчас открываем желтую дверку. Донатим, ребят. Не тормозим. Что-то бездонатно сидим целых 7 минут. Нам нужен контент, гайз. Так, сейчас даем ему воду. Дядьку этому. А, нет? Его здесь больше нет, этого дядька. Странно. Так, открыл. Ну теперь мне остается только ломиком поработать. Монтировкой в скобочках. В скобочках фомкой.
надо как-то эту тетку размансовать будет. Вопрос как? Так давайте сразу думать, как мы ее размансовывать будем. Вокруг кровати? Тут есть обход? Да, тут есть обход, изи. Давай, падла, я готов. А что если, блядь, вот так прям? Блядь! Она прям так выбегает невыгодно. Блядь. Я не был готов. Да какой электрошок-вард, блядь? Так, ладно, возвращаемся в Сигвард. Порталимся. Крайофир еще раз переплатил. Сколько ты за это заплатить готов? Или почему я должен это делать? Мне интересно. С какого хуя перепугу? Не играть в игру, которую я уже проходил, а ты хуй пойми, где был, когда я проходил ее на стриме. Так, надо ее размансовывать. Она вроде не так быстро бегает, блядь, чтобы типа ее прям бояться. Звуки страшные, пизда, блядь. Так. Чё? Не-не-не, давай сюда. Чё? Она, по-моему, даже не за мной бегёт. Лол? After salvaging the crowbar from the stick war storage, you made to barely avoid hydrated gasp and escape into the courtyard. Вы сбежали в courtyard. Зал суда. А длинная вообще игра, я, блядь, скоро ее пройду или типа тут дохуя проходить еще? Сколько тут лог вообще? На сколько часов рассчитана игруха? Я ее смогу за один стрим осилить или не смогу? Какое-то криповое дыхание, блядь. Уже мне это не нравится. А что эти пробки дают? Надо запоминать, где они на карте, наверное, находятся. Потом пригодится. Red key card. Мне зеленый еще ни разу не пригодилось. Трах-коллектор! Ох, какое приятное зрелище. Ты потерялся, сынок? Что ж, не печалься. Есть место получше, где можно потеряться, чем этот дворик. Здесь только скрытых сокровищ. Я могу тебе показать все, что есть вокруг. Естественно, если ты мне принесешь пиздатый сочный мусор. Хорошо. Я драм энд бейс продюсер. А, это не враг, это торговец, блядь, типа. Ой, а чё я вышел-то? Run down, dusty looking corridor lies before you. The smell of old books in the air and walls are covered in cobwebs. Cobwebs, блядь. The place seems completely abandoned apart from the few dim lights. Так, Attic. Как Attic переводится?
Сонный доку. Пожалуйста, простите меня, ебать длинный. Я, наверное, отрубился. Что мне нужно сделать? Я искал Грегори, понимаете ли? Говорил с мусорщиком, его там не было, значит, он, возможно, и будет здесь. Я больше не знаю, что делать. В общем, если вы его найдете, сможете принести мне? Я буду навсегда у вас в долгу. Грегори, это, наверное, либо чувак из сортира, блядь, либо там животное какое-нибудь. Подожди, а главный герой, типа, не немец. То есть он не знает немецкий. Донатим, ребят, кстати, можете видосик заказать, если хотите. Не тормозите. Мы играем в игру Truck Hunter. Когда я вырасту, я хочу спиться и умереть от пьянки. Грегори это каракал, блядь, Гошечечка флопа. Что, еще один? Господи, не надо, вы торопитесь. Вы ищете свое плюшевое животное? Или надеетесь, что остались какие-то вещества? Что ж, здесь нет ни того, ни другого. Dedicated to accumulation of knowledge. Это место для получения знаний. Для вас не очень интересно, надо сказать. Все равно хотите осмотреться вокруг? Что ж, осматривайтесь, но только с одним условием. Ничего не брать. Блять, я что-то догадываюсь, что будет, если я что-то захочу взять. Ну, меня интересует только какая-то плюшевая хуйня под названием Грегори. И меня интересует... Что еще, блять? А вроде больше ничего. А, и он сказал про наркотики какие-то. Теории, но мне они, наверное, не нужны герою. А что брать-то тут нет нихуя? Атикей. Он сказал ничего не брать, но... Бля, сейчас кремак будет. Что ж, походу, это единственный выход. Я думаю, он все равно не заметит. А это что? Дель Авизер? Диск такой саспенсовый. Ну, я синхуин заметил, да? Я пойду, и он в спину мне дышать будет, да? Так, а выход из... А выход отсюда где находится? Майбев, но чего? Как сюда попал весь этот мусор? Походу придется найти другой выход. И сейчас он на развороте меня уебет, да, наверное? Блять, странно.
Нашли что-то интересное? Так я и думал. Что с вами не так? Вы думаете, я дебил или просто я задержан, или просто глупый? Никто не посещает это место просто, чтобы осмотреться. Зачем вы здесь на самом деле? Я больше не могу с ним поговорить. На чем он сидит? Подожди, что? Так и должно быть, блядь. Ну... По примеру, с электрошоковым этим местом, я так понял, это не софтлочное. Тут такого нет, наверное. А, окей. I said don't take anything. Забирай чужие вещи. У меня есть для тебя подарочек на столе. Иди и забери. О! Медведенька. What a huge lad. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто мне что-нибудь заколет сейчас. Бля, куча мусора, кал. А что делать-то? Бля, криповая игра какая-то, реально. Вроде без мистики особо, а все равно стрёмно. Ну, типа, не мистика, а этот, как это называется, сюрреализм, блядь. Ну, я подобрал медвединку, а чё мне с неё толку-то, блядь? Мне надо её, наверное, тому мужику вручить огромному. Она же не останется со мной, если я сейчас сдохну. Правильно? Ушел. А где этот гигант сидел в пижаме? Вот он. Держи медведеньку свою, друг. Грегори, не могу поверить, что ты нашел его. Он был в Аттике. Что такое Аттик, не знаю. О, нет. Хаузер будет недоволен, что ты забрал его вещи. Убирайте отсюда так быстро, как можешь. Но я не забуду того, что ты для меня сделал. До тех пор, пока мы снова не встретимся. Что ты еще хочешь сказать? И что? А как отсюда уйти? Но я же не пройду уровень, я же на Куртьярд вернусь. Хочешь новости из нижнего интернет-торгов? За что, Людмила умерла, что ли? Или он с Катей разбежался, или Катя умерла, или Гопс умер? Антиквариат, да. Нет, это Аттикс. Это антиквариат? Не, серьезно, как мне уйти отсюда? То есть имеет ли смысл?
Аттик черда. А, черда. Чердак. Но это же не выход. Странно, блядь. Может вернуться попробовать ради интереса к нему? А, подожди, вот еще дверь. Не, нихуя. Наверное, и мужик этот уже давно исчез. Ладно, уйдем. Вот я медвединку ему отдал, а смысл вообще вот в том, что я это сделал? А, это хаб! Охуеть, Глумвуд какой-то. Так это большая игра, блин. Вообще надо было на самом деле Exploration мод ставить, потому что тут все вообще, что есть, оно предельно, блядь, легко находится на самом деле. Ну, может, только вот ключ на коробке было бы не просто найти, а в остальном, блядь, довольно легко. Так, я взял мусор. Так, ну-ка я тебе предложу мусор. Так, он его жрет. Ой, это отлично. Отличная тема. Что? Не смотри на меня таким взглядом. Это лучшая еда, которую можно здесь найти. Я не хочу есть дерьмо шефа Сойерса. Ладно, пойдем и посмотрим, что можно сделать. Топ-донатер им телефон подарил, который взломанный и сливает всю херь с себя. Взломщик стопарь говорит, что там инцест, катеринка, переписки, контент на 357 гигабайт. В смысле инцест, блять? В смысле инцест и в смысле катеринка. Бля, ебать, нихера себе. В смысле инцест, габзавр с Людмилой, блять? И что там с катеринкой, контент с катеринкой? Бля, ну, кстати, спасибо за подсказку, блядь, то, что теперь, по крайней мере, блядь, буду знать, что в подарок от подписчиков нельзя принимать ни компьютеры, блядь, ни телефоны. Габзавр же сосался с Людмилой, ну, это всегда было. Так, ну, он пожрал мусор, и что стало? Блять, ну вообще интересно, я после стрима пойду сразу треды читать по этому поводу, блять. Он тебе штуку дал? А чё мне дал? Чё мне дал? Я пропустил, я просто про Габзавра задумался. Он тебе дал часы? Часы дал? A damp gush of warm air graces your face as you enter the building of the far end of the courtyard. This is... Так, это ванная. Тебе комп хотел подарить. Не, ну раз так... Не-не-не-не, не приму теперь. Карманные часы. Devil's Bad Boys. Блин, ну что-то трахов мало встает в игре. Или как-то привыкаешь уже, что ли? О! А, так вот это чей, блядь, бюст был? Твой. Вот этого гачиста. Добрый день, как вы себя чувствуете? А, вы здесь для нашей акватерапии. Вы немножко опоздали, не правда ли? В чем голый, если он врач? Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Странно, вас нет в моем списке. Технически я не могу позволить вам поучаствовать, но Астрид сегодня здесь нет. Я даже не знаю почему. Тем не менее, она обычно очень строга, поэтому мне похуй. Окей. Раздевайтесь и встретьте меня вместе с другими на заднем дворе, блять, или как сказать. Давайте сначала походим, поисследуем, maybe. Или он за мной побежит, если я пойду. Он, наверное, побежит за мной, блять. Бля, я так понял, в конце надо будет возвращаться по уровням и плаги эти чекать, бат-плаги, блять. Ёбаные.
Так, окей, так, раздеться. Приват. А чё ж ты такой всратая, блядь? А где он сказал ждать меня вообще? А, вот. Пиписьки нету. Это в беспределе сцены, когда их в баню отправили. Из фильма. Окей, добро пожаловать на сегодняшние водные процедуры. Прежде чем мы начнем, я вам попрошу принять душ. Это очень важно. Душ в соседней комнате. Встретимся в бассейне, как только вы будете полностью чистыми. Ебать, NPC какие-то в игре присутствуют даже. Да, блять, дайте мне помыться. Как помыться, блядь? Это, кстати, бассейн момент. В бассейн всегда приходишь, типа, ищешь самый выгодный душ, потому что там один всегда разъебанный душ, блядь, из второго всегда холодная вода льется, и надо, блядь, пойти потискать 25 разных душей, пока ты не найдешь, типа, самый нормальный, блядь, с которого нормальная теплая вода идет. Так, все, я помылся, типа. 2 секунды. Что дальше делать? А куда дальше идти? Там плохо пахнет. Я даже не хочу знать, что за той дверью. Блять, куда они ушли все? А, вот бассейн. Пурпурная карточка. Где бассейн-то, блядь? Что-то я не совсем понимаю. Вообще, зачем столько раздевалок в дурке, блядь? Фиолетовая карточка у нас есть, это отлично. Но нам нужна красная была последний раз, когда я чекал дверь, на которой у меня карточки не было. Почему этот чел вообще не реагирует ни на что? Рядом с душевой. Рядом с душевой. Так я уже забыл, блядь, где душевая нахуй была. Так, вот это вот комната встречи, блядь, митинг. Митинг-холл. Блядь, да, сука, да чё всё такое, блядь, одинаковое, нахуй? Вот. А, вот это душевые. Так это всё душевые, блядь. Это всё, блядь, одна огромная душевая. Нахуй, зачем, блядь, в государственном заведении, блядь, в душевой такой... А, ну да, вот и бассейн. Где, ну, я спрятал? В труханах, блядь, что ли? А чё мне героя так прёт? Что? Что это было? Что-то очень странное. Где все? Ну, понятно, где все. Он не станет же анимацию рисовать, как люди моются, блядь. Ой, плавают, точнее. Наверное, нелепо бы выглядело, пиздец. Пошли в бассейн. Не, нихуя. Донатим, ребят. Что? Этот мужик против? А чё он за мной гонится, блядь? А я даже не знаю, чё мне от него бегать. Я получил, что хотел на этом уровне, блядь. Бля, он, кстати, атлет, он быстро бегает. Быстрее, чем остальные боты. А, мне надо шмотки, наверное, свои забрать. Что, куришь? Сигареты. Просто стеги. Надо еще комнату найти, где я шматье свое оставил, я не помню уже. Где-то прямо от входа, по-моему, самое крайнее вот это. А мне надо одеться вообще, блядь, или что? Так.
Фиолетовую карточку я собрал, окей, а куда мне ее реализовывать-то, блядь? Там дверь, где воняло, открылась. А-а-а, едить. Я что-то даже не подумал об этой двери. Давайте вернемся туда. Run down dusty looking corridor. Блядь, теперь еще вспомнить нахуй, где это. Блядь, я в библиотеке, сука. Мне надо в бассейн. Блядь, длинная игрушка, пиздец, прям длиннющая. Она прям, я бы даже сказал, бесконечная, блядь. Бейтхаус мне нужен, да? Так, ну что, парни, будете стрим продлевать? Или будем сворачиваться потихоньку? Давайте 5 минут продлеваем. Или это? Чат писали, игра максимум 3 часа. А мне будет чем заняться, типа это. Так, ну тут похуй, где раздеваться, короче. Я хочу еще раз попробовать эту дверь открыть. Фрейд, спасибо за 300 рублей. Ну да, можно минуток на 10-20 продлить. Пару локаций еще пробежать. Спасибо. Ну все, блядь. Так, надо только быстро запомнить, как бежать до туда, если что, как туда съебываться. Как бежать до этой локи. Через душевуху. Я что-то как не обратил внимания, что дверь открылась. Я думаю, самое главное, главное, что было сделано, то бишь найти фиолетовую ключ-карту, мы на этой локе сделали. Но посмотреть вверху тоже хочется комнатку. А что если не мыться, как в РЛ? Фу, блядь, ну ты свинья, нахуй. Ну ты свиненок, блядь, свинтус ебаный. Так. Ладно, дома у себя не мыться, но вот после бассейна и перед бассейном. Подождите, а почему он не появился, мужик? Минуточку, а где мужик? Что-то я не понимаю. Что будет, если ему попасться, я даже проверять не хочу. И где оно открылось, блядь? Хуит крылось. Оно, а не открылось, блядь. Оно нихуя, блядь, не открылось. Нихуище, я бы даже сказал. Найс наёбка. Давайте попробуем на глаза попасться. Он меня просто так очемучил, блядь. Просто глючит от душа, он говорил, что нужно обязательно мыться. Так я мылся?
Юрки хуй, 60 рублей. Привет, ты кем-то еще работаешь, ИРЛ или чисто стримоблогер? Да, вот, думаешь, я бы сказал. Ключ спизди, а где ключ спиздить? Кстати, хорошая мысль по поводу душа, что будет, если не помыться? Да не, наверное, глючит по-любому, потому что, типа, чтобы исчезли вот эти мужики все голые, качемучные. Ёб твою мать! Чё, блядь, происходит? The spy is installed pretty low. А, я должен, наверное, его забайтить на эту трубу. Как там было еще раз написано? Надо его изловить и на трубу забайтить. Чучело, мяучело, на трубе сидела. Я зеленый слоник на трубе. А где эта гнида? Где, блядь, этот гачи-мученик? Где он? Вот он. А. Здорово. Эй, мужик. 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 А что происходит? Кстати, не похоже, что он побежит и ударится. Вообще не похоже. Pretty tall. Что-то я не понимаю. Эй, гаденыш. И сюда. За мной, за мной. А, так подожди, что? Я типа насос пустил, и все хуёво стало. Надо, наверное, запустить все насосы. Я не понимаю, почему вообще такой высокий градус, блядь, фантасмагории нахуй. Это типа герой галлюцинирует, находясь в дурке, и все это видит, или что происходит вообще? Что за ебанутая игра, пиздец. Там стоит, да, это понятно. Где еще насос был? Где-то был еще один насосик. А, ему укололи вещество. Где краны открой в душе? Все краны. Не, мне же нужен насос ебануть. Я кранов слишком много, чтобы, блядь, открыть их все на что-то влияло. Тут где-то вначале был насос, я его запустил, и все стало норм. А теперь, блядь, хуета какая-то. Может, у него за спиной что-то? Thank you.
Он от тебя убегает? Блять, это насос! Понял. Хорошо, тогда другой вопрос у меня, блять. А как мне эта труба поможет? Как мне заставить его бежать в том направлении вообще? Всегда типа бежит по прямой, если может. Вот. Надо его заставить бежать в обратную сторону, блядь. То есть это время хищником был я, блядь. Долбоёб. Уровень воды опустился, но еще не до конца. Ну, сейчас повторяем процедуру тупо, наверное. Я догадался на Асквайзер, я просто думал, как мне заставить его этот тормоз. Я теперь понял, что он просто всегда убегает вперед по возможности. Все, теперь обходим оттуда и повторяем процедуру. Бэм. Ебать, какая бредятина. Он сам за мной не погонится теперь. Статья о сестре Астрид, как она покидает. А зачем она покидает-то эту локацию? Сигвард, полностью получено достижение Сигвард. В смысле Сигвард, я полностью прошел всеми вариантами. Complete all pass in Сигвард. Кафетерия, Сигвард, Курдьярд, Атик, Батхаус. Ну, наверное, мусорка меня интересует. Так, у меня есть пурпурная карточка. Где еще не побывал? Но в Курдьярде что-то есть, наверное, интересное. Папича забанили на Твиче, да. Игра называется... Напишите еще раз. Хикита, спасибо за сапку. Добро пожаловать. Толку, правда, с этой сапки нихуя. Лучше бы мне лично эти 100 рублей предоставил на сигаретки, да, которые сейчас стоят 200. Да на тебе, ребят, ДВМ. Блядский рот. Ой. Так, где еще не был? Take some trash. Ну, наверное, ему больше уже не нужен мусор этому мужику, или дать ему что-то. Он мне уже дал часы, может, он мне даст что-нибудь новое? Такой Чапман. Так, опять он мне дал эти часы. Значит, наверное, их надо реализовать прямо в течение этого уровня, блядь. А. Так, ну что, парни, продлеваем стрим? Или это? Или как? Что-то, наверное, прямо на улице надо сделать. Я даже не знаю.
Он же не может мне несколько часов дать. Рут. Руфь. Анна Чапман. Да, Дарья Чаплан, блядь. Ой. Не ожидал меня здесь увидеть. Я думаю, Хельдраут не нарядила тебя особо. Тем не менее, я продвигаюсь на свою секретную миссию. Не могу тебе сказать, о чем она, но это очень важно. Чтобы его выполнить, мне нужны мои золотые часы. Хельдраут забрала их у меня, потому что я делал слишком много проблем или что-то такое. Она выкинула их в мусор, поэтому я пытался найти их здесь. Это ж чел из сортира. Я говорил с мусорщиком, но он хотел, чтобы я ему принес мусор или что-то такое, блядь. Я не могу найти мусорный пакет. Ну, блядь, я понял. Все, у меня есть твои часы, давай я тебе их отдам, хорош пиздец. На. Ты нашел часы? Я никогда не думал, что увижу их снова. Жаль, что я снова должен идти. Тем не менее, огромное тебе спасибо. Встреть меня в ванной, если остановишься там в следующий раз. Батхаус. Встреть меня в Батхаусе. Окей, Батхаус, а что мне там делать? Наверное, как-то сценарий поменяется. А, вонючая дверь теперь должна открыться. Вот тогда это имеет смысл. Наверное, в вонючую дверь можно сразу идти, не проходя квест этого мужика, типа. Давайте посмотрим, если она сразу откроется, тогда гоу. Если не сразу, то в пизду. Бля, если 30-го всеобщая мобилизация, надо хотя бы пару блоков сигарет купить, блядь. Чтобы вообще никуда не ходить, ебать. У него рот двигается или это просто текстурка такая? Не двигается. Стало известно, что Астрид ушла. Так, я не буду с ним встречаться, я просто пойду в дверь сразу. Так, вонючая дверь, так сказать. ТН вонючая дверь. Да нихуя, блять! Нихуя не поменялось. А где мне тогда этого мужика найти? А чё это он взбесился уже? Где этот безногий мужик? Я не понимаю. А, вот приват. Опять оно открылось. А где безногий мужик, блядь? После мытья, типа, maybe он появиться должен был. Странно, пиздец. Вообще не понимаю.
после мытья МБ. Блять, ну я не буду уже переигрывать это. Ладно, почти 3 часа стрима, гайз. Давайте в следующий раз продолжим эту игру, а потом поиграем в подводный трах. Я себе его сохранил. Спасибо всем, кто были. Спасибо за донаты, за сапки. Я хочу немножко покушать перед тем, как лечь спать. Еще кое-какие дела поделать. Видео, кстати, делается постепенно. Там контракт закрываем. Увидимся. Увидимся, ребята. Спасибо всем. До свидания. А что еще добавить? А да ничего. А больше и ничего. Игра топ.